Компания Tesla начала поставки серийных тягачей Semi. Первыми свои машины получит крупный производитель напитков, разместивший заказ еще в 2017 году, во время первого показа грузовика широкой публике. В своих лучших традициях Tesla обещала начать производство в фантастически короткие сроки и в тех же традициях задержала его на несколько лет. Впрочем, тут к Илону Маску никаких вопросов. Сперва планету охватила пандемия, следом пришел кризис в производстве микрочипов. Словно следуя русской поговорке «обещанного 3 года ждут», компания сумела запустить серийное производство в 2022-м. Новых подробностей о технических особенностях Semi нам не сообщили, так что вспомним уже известное. Как заведено у Теслы, машина очень быстрая. До 60 миль в час, а это без малого сотни километров в час, тягач без прицепа разгоняется за 5 секунд, груженный — за 20. Илон Маск сравнил новинку со слоном, который движется как гепард. Если бы законодательство не ограничивало скорость и грузоподъемность такой техники, Тесла почти наверняка сделала бы товарный состав с динамикой кольцевого гоночного болида. В данном случае Маску пришлось обойтись обещанием, что машина под полной загрузкой будет забираться по крутому подъему, не снижая скорости. В движение машину приводят 3 электромотора, из которых лишь один работает постоянно, а 2 других подключаются при необходимости. Расход электроэнергии составляет примерно 1 кВт-час на километр пути. Один из важнейших параметров для такой техники — запас хода без подзарядки. Этот параметр находится в диапазоне от 480 до 800 км и зависит от версии машины. Чтобы доказать реальность приведенных данных, Tesla сняли видео, в котором грузовик с прицепом массой почти 37 тонн преодолевает расстояние 800 с небольшим километров. На том же видео можно оценить главную компоновочную особенность. Водитель Semi сидит в центре кабины, а не справа или слева. Кроме того, новинка получит зарядную систему Supercharger нового поколения, мощность которой может достигать 1 мегаватта. Такую же получит пикап Cybertruck, производство которого тоже должно относительно скоро стартовать, хоть и с огромной задержкой относительно первоначально обещанных дат. Tesla чтит собственные традиции.